Спортивный Оскар для лучших. 9-я торжественная церемония награждения за услуги и достижения в спорте «Золотой мангуст» прошла в субботу в концерт-холле Одесса. Юлия Ткач приехала из Львова. Она чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по женской вольной борьбе. Взагалі боротьба є надзвичайно популярний вид спорту в Україні. Це є дуже сильний вид спорту. Ним займаються як чоловіки, так і жінки. Взагалі такі премії є надзвичайно таким поштовхом сильним для спортсменів. Почетными грамотами и статуэтками наградили 40 спортсменов. Среди них самые сильные атлеты и тренеры мира, современные деятели физкультуры. Большое внимание в этом году уделили спортсменам с ограниченными физическими возможностями. Меценаты и главные организаторы премии «Золотой мангуст» готовят олимпийскую смену. Мы помогаем им в поездке на соревнования, чемпионата мира, чемпионата Украины. Потом у нас проводят тренировки, набираем детей, там у нас процентов 40-50 даже ходят бесплатно, это те, кто не могут оплачивать тренировки. Поздравил со сцены спортсменов и народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он возглавляет Федерацию легкой атлетики Одесской области. Нардеп уверен, награждать необходимо ветеранов. Для них это имеет большое значение. Кроме того, нужно популяризировать спорт среди молодежи. Мы наконец-то сдвинули с мертвой точки вопрос наших баз, то есть стадион «Динамо», новое покрытие, реконструкция, и обязательно останется открытым для всех желающих. Олимпиец, наконец-то в этом году были выделены средства, и вот-вот начнутся работы. Для меня, честно говоря, не настолько важно, сколько чемпионов у нас будет. Для меня очень важно, чтобы как можно больше детей, подростков и взрослых занимались спортом. Церемония награждения премией «Золотой мангуст» – традиционное событие в мире спорта. Ежегодно для участия в Украину прибывают делегации из разных стран мира – Белоруссии, Киргизстана, Азербайджана, Казахстана, Южной Кореи, Грузии, Узбекистана, Армении, Турции, Израиля и других.